Поздравляю, мы дождались. Ну чё, много ютуберов уже сняли видео по обнове, вот даже я Бандига немножко посмотрел, потому что 55 тысяч просмотров за 22 часа. Слушай, парень, ты поднялся, получается, блядь. Ну, короче, почему бы и мне не впихнуть свой голос в этот, блядь, субстанцию какой-то, короче. Привет. А где продают робуксы по самой низкой цене? Конечно же на RBX Camp. Лучший сайт для закупа робуксов на твой аккаунт. Самый выгодный и приятный курс на фоне других сайтов конкурентов. А самое главное, что здесь нет риска потерять свои деньги в никуда. Также у сайта есть своя группа ВК и Discord сервер, где происходят розыгрыши на все те же робуксы. Остерегайся фейковых доменов сайта и переходи на него только по моей ссылке, которую ты найдешь в описании. Покупай робухи на RBX Camp и будь на состоянии богаче. Микрофон вещает Ардин, меня зовут Андрей, и наконец-то мы дождались обновления, очень даже долгожданное обновление, в нашей с вами любимой Eurobizer Adventure. Пройдемся по самому главному. Это добавление стенда Stone Free. Очень большой был ажиотаж до анонса обновы, и все же мы дождались то, что нам добавили этот стенд. Последний стенд, который добавляли в Юбу, это был Red Holy Chili Paper, и это было около года назад. Ну что ж, давайте посмотрим коротенький трейлер насчет обновы. Вернее, просто посмотрим, что нам добавили и что по апдейт-логам вообще творится. Также наши разработчики не поленились добавить новые скины на наши стенды, которые, ну, на нашу ебать духовную силу. Смотрим. Те же самые наши любимые разработчики ремоделинули некоторые скины стендов, которые ты сейчас, соответственно, увидишь. Также мелочи они тоже не обошли стороной. Также вышло два кода. Ну что, начинаем с самого верха, это получается новый стенд Stone Free, это мы все знаем. Короче, стенд выбивается со стрелы, либо покупается в Robux Store. У этого стенда 10 обилок, new main map. 15 новых, получается, облицовок, это скинов, я так понимаю. Скины я вам показал, давайте это пропустим пока что. Новые саундтреки, 60 саундтреков и плюс 50 раз в режимах. 1 на 1, 2 на 2 SBR, то есть обновленная музыка, новая музыка. И это очень хорошо, то что они даже уделяют внимание таким мелочам. Дальше, вот это я не ебу, блядь, давайте перейдем, наверное... Ага, нельзя, да? Это все такое, вот это все фиксы, короче, которые не особо нам интересны, разве что можем посмотреть и, ну, про вот эту вот хуйню, ремодели стандов, ремодели, получается, ключик, я так понимаю, это ключик, я не помню, что это, Lava Train, The Universe, The World, Golden Spirits, Golden Experience, SP и SPTV. Также добавили возможность создавать дами. Вот это очень хорошая тема для того, чтобы показывать скиллы. Это прям уважение лично для меня, потому что так как я тестирую много скиллов, я
Ну, для меня эта функция очень даже хорошая. Patch Global Screens, это получается шейк, это заставки наши, получается, ебанули новые, я так понимаю, ну, что-то исправили. Ну, в принципе, такого здесь уже ничего нету, только фиксы какие-то там по разным стендам можно понять, что здесь пофиксили. Это все вы можете почитать, ссылку я на сайт оставлю в описании. И также Time Stop Changes, видимо, пофиксили ту хуйню, когда можно было таймстопать на большое количество времени. Все. Это full patch note. Самое главное, это новая карта Stone Free. И вообще то, что обнова все-таки свершилась, и она вышла нам на экраны, нам на лицо. И я очень даже рад, потому что, блять, класс. Ну и напоследок, давайте посмотрим все же обзор от наших любимейших ютуберов на Stone Free. Возможно, я немножко запоздал с вообще вылажением этого ролика, но знаете что? Блять, посмотрим все равно. На этом я вынужден с вами попрощаться. Надеюсь, скоро я уже смогу нормально ебашить видеоролики, возобновить свой старый режим, потому что все сводится к этому. Через 2 дня посмотрим вообще, что будет, так как мне 4 числа обещали дать нормальный интернет. Но я не знаю, правда это или нет. В общем, будем надеяться и ждать моего возвращения. Ну, я лично даже жду своего возвращения очень сильно. Короче, спасибо тебе за прослушивание, просмотр, внимание. Если не сильно, блять, как-то я постарался над этим роликом прости, потому что я спешил. Интернет у меня максимально хуёвый, и он появляется нормальный интернет. Стабильный, да, 250 килобит, они прыжками. Всего лишь-то на час, наверное, и потом обратно какой-то пиздец не происходит. Короче, все. Я пошел. Приятного тебе гейма. До скорых тебе встреч.